Доброе утро, друзья! С добрым утром, малыши! Мамы, папы, дедушки и бабушки! И все те, кого мы не упомянули, здравствуйте! Степашка, да. А как ты думаешь, пока взрослые готовят завтрак, чем можно заниматься? Ну, я думаю, почистить зубы, умыться, одеться. Ага, а еще включить музыку и потанцевать. Ура! Ролики про танцы! Сначала классика, потом смесь зарядки и цыганочки, затем вниз головой, и в завершении мастер-класс от старшей сестры. Да, неплохая разминка, аппетит точно пришел. Это точно, да и соседям повезло, но работу точно не проспали. А в это время этажом выше полным ходом готовят завтрак. Но пиццу, наверное, тесто замешивает. Вот, вот, отбивают особым способом, измельчают начинку. И все под бой барабанов. Пробу надо снять обязательно. Главное не увлечься, а то будет пицца без ничего. Правильно говорит Мишутка, без начинки. Хорошо, хорошо, без начинки. Мне всегда было интересно, почему люди так долго готовят, а съедают все моментально. Ну, во-первых, вкусно. Во-вторых, чтобы не опоздать, утром все куда-нибудь спешат. В детский сад, например. Так можно доехать на самокате. Сначала неспешно идем рядом. Потом прыг, поехали. Не сразу все получается, но парень старается. Ну все, держите его семеро. Отдельный приз нашего конкурса. Покажи класс, этому мальчику обеспечен. За старание и усердие по освоению самоката. Степашка, смотри, а следующий участник конкурса не отталкивается от земли. Как он едет на самокате, вообще непонятно. Кто говорил, что вечного двигателя не существует? А это не вечный двигатель. А что это? Это двигатель мускульный, одноножный. Представляешь, какой этот парень сильный, а? Да, этому парню машина не нужна. И парковка бесплатная ни к чему. Главное, чтобы тепло было. Раз-два и добрался из пункта А. В школу или в детсад. А там опять танцы. Присели девочки, присели мальчики. Ручку подняли, ручку опустили. Класс! Класс! А там, глядишь, и чемпионами мира станут. А началось все с разминки. Всего-то класс показали дома. Ребята, покажите и вы класс. Присылайте видео о себе. Подробности конкурса на нашем сайте. Ну а сейчас наша мастерская.